В Ульяновской области проходит региональный этап конкурса «Педагогический дебют 2019». В этом году конкурс проходит 10-й раз. На соревнования заявились 57 молодых специалистов, за плечами которых опыт работы менее 3 лет и участие в муниципальном конкурсе. Очень хочется победить, показать себя, показать все свои умения, все свои навыки, что моя работа кипит, то, что я работаю не зря, и то, что у меня есть уже какой-то вклад. Хотя моя педагогическая деятельность небольшая, я работаю 3-й год. Педагогам за 5 дней предстоит пройти ряд испытаний, среди которых визитная карточка «Я и дети», конкурсные занятия по предметам, презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» и личного проекта «Моя инициатива в образовании». В завершении конкурса жюри выберет лучших по 8 номинациям. Молодые учителя, молодые педагоги-психологи, молодые воспитатели, молодые педагоги дополнительного образования и другие. Секрет, что на территории региона развивается целый комплекс конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников. Вот педагогический дебют – это тот старт, который проходят наши молодые специалисты. А специалисты – это широкого профиля и воспитатели, и педагоги, и молодые управленцы. Спектр очень большой. На церемонии открытия молодым учителям предоставили возможность полюбоваться на творческие номера детей, пообщаться неформально в дружеской обстановке, обменяться опытом работы и идеями. Победители и призеры областного конкурса представят наш регион на всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ.